Авария с мопедистом. Водитель двухколесного транспорта ехал по левой полосе, объезжая длинную вереницу машин. Но, видимо, впереди стоящие автомобили его не волновали. Увидев шестерку, мопедист вильнул вправо, но все-таки врезался в «Жигули» и отлетел на пару метров. Владелец шестерки тут же вызвал скорую и ГИБДД, а также записал телефоны неравнодушных прохожих, которые наперебой кричали, что видели, кто виноват. Он ничего не объясняет, потому что пьяный. Ласково, скажем так. У меня со страховкой все в порядке. Он является виновником ДТП. Пьян ли был мопедист, покажут анализы. Кстати, врачи скоро его решили госпитализировать, а техника отправилась на штрафстоянку. Владелец мопеда успел рассказать, что купил его всего за 4000. Нет ни прав, ни страховки. Виновник аварии заплатит всего лишь штраф – 1000 рублей. Пока мопедист приходил в себя, инспекторы оформляли ДТП, по Советской образовалась полукилометровая пробка.